1942 года стрельцы была замечена с выше 5-й величины, которую назвали V4743 Sagittarius и классифицировали как нового класса FE2. Кривая ее видимого блеска была довольно типична для быстрых новых и не привлекла бы особого внимания ученых. Ну, такие вспышки на небе, может, сотнями в год случаются. Если бы не тот факт, что она была первой новой, которую систематически наблюдали при помощи рентгеновских обсерваторий Иксона Ньютон и Чандры. И тут оказалось, что были получены наблюдения в период с марта 2002 по апрель 2004 года, еще во время так называемой сверхмягкой рентгеновской фазы, когда выброшенный вспышкой материал медленно становился прозрачным для рентгеновских лучей центрального источника. Тогда новая стала самым ярким источником на рентгеновском небе, показывая непрерывный спектр с глубокими линиями поглощения кислорода, никеля и углерода. При этом эффективная температура в апреле 2003 года достигла значения в 740 тысяч Кельвин и держалась такой почти 5 месяцев. Новая показывала большую переменность, как периодическую, так и спонтанную. Анализ последовательных экспозиций привел ученых к мысли, что спонтанные изменения рентгеновского блеска происходят в результате временного блокирования света скоплениями выброшенного материала, в то время как периодическая переменность связана с вращением двух компонентов системы. Оптические наблюдения позволили установить орбитальный период вращения V4743 Sagittarius как 6,7 часов с биениями в районе 24 минут. Наблюдения в инфракрасном диапазоне дали грубые оценки расстояния до объекта как 1200 плюс-минус 300 парсек. Тщательные исследования рентгеновских спектров привели к выводу, скорее всего, это новое, так называемый промежуточный поляр. Катаклизмическая переменная, двойная система, где белый карлик стягивает материал с большего компонента в аккреционный диск. Атмосфера белого карлика охлаждается довольно быстро, а стягиваемый ей материал все время подкачивает новую энергию, что и вызывает спонтанные вспышки. Интересной особенностью V4743 Sagittarius является то, что область излучения рентгеновских лучей сокращается с практически постоянной температурой. Пока известно всего два примера подобного поведения – V2491 Cygnus и V2487 Ophiuchus. Ко времени последнего наблюдения Иксоном Ньютон сверхмягкий рентгеновский компонент практически исчез. Это означало, что источник его излучения не связан с аккрецией материала и его выбросом через полюс белого карлика. В статье предполагается, что эта эмиссия вызывается температурным градиентом на поверхности белого карлика, что, возможно, характеризует его как магнитную новую. Исчезновение мягкого компонента рентгеновского свечения еще не получило должного объяснения. Все, что пока понятно, подобные явления уже видели для двух новых, и в случае V2487 Ophiuchus его отсутствие длилось целых 9 лет. Продолжаем собирать данные рентгеновского диапазона.